Всем привет! Хотелось показать вам, как мы здесь в деревне лечимся. Дело в том, что у нас в деревне практически нет врачей. Деревня называется Николаевск-на-Амуре и Николаевский район. Николаевск-на-Амуре — это главная деревня, большая-большая. Вот. Ну и вокруг еще там у нас есть еще 13 деревушек. Дело в том, что врачей у нас практически нет, а хирургов нет совсем. И поэтому вот зато у нас есть фотография. Фотосессия главного врача нашей Николаевской центральной районной больницы. И с одним, где она тут стоит, фотосессия, улыбается во весь рот. Вот. Видать, улыбается, тестирует какой-то препарат на себе. И один из приезжих хирургов. Ну, они иногда приезжают. Ну, получится, приедут. Не получится, не приедут. Так же, как санбор. Получится, увезут. Не получится, не увезут. Ну, не увезут, так не увезут. Земли много, всех закопают. Так вот, как мы лечимся? Лечимся мы по рецептам шаманов суахили. Берем фотографию, она заряжена главным врачом и непосредственно министром здравоохранения Хабаровского края. Вот. Министр Бойченко, Бойко делает. И министр Веселых, они Бойко и Весело нам зарядили эти фотографии. И как пользоваться? Заболело что-то там, да, в боку там где-то еще. Ну, хирургов нет, смысла там в больницу идти нечего. Терапевт особо ничего не покажет нам. В основном терапевты тоже по интернету диагнозы ставят. Берем фотографию, прикладываем к больному месту лицевой стороной. Понятно? В боку, значит, в боку. В паху, значит, в пах приложил. Вот. Вот и слегка начинаем вот его вот так вот фотографию активировать теплом. Тепло пошло, все, контакт пошел. Должно пройти. Ну, а если не пройдет, значит, закопают. Место у нас еще пока есть, слава богу. Так что вот, мы лечимся вот исключительно благодаря вот силе заряженных фотографий. А как лечитесь вы? С вами был я, Роман Зайцев, со своим маленьким репортажем о всесильной силе заряженных фотографий, всесильной лечебной силе. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайкосики обязательно. А можете ничего не ставить. Вообще ничего не ставьте, не надо. Пускай канал вообще... Будем переходить на рутину.